Ниндзя! Миссия релик. Такой жизнерадостный релик. Абсолютно плюс. Cleans and control по 3 миссии за ход. У нас Шидла, гость наш, опять к нам приехал. У него альфа-легион по кодексу Space Marines. Это у тебя скаут мув. Это резерв. Резерв вообще. Два, значит, спидера с мультимельтами и тайфунками. Здесь две Thunderfire Cannon. Они у тебя в одном отряде? Нет, разделены. Разделены. Но, друзья, навек. Значит, пачка скотов с Теллионом и Меслой. И пачка скотов Меслой. С Меслой просто. Плюс здесь у нас Кулексус. Правильно? Угу. Прячется. И... Калидуск заинфильтровалась в дюйме от противника. Защищается. У нас Хелканара. Так, подожди, еще. У меня супер быстрый телефон. Телефон. Фотоаппарат. Так, значит, что у тебя? 5 кабалитов. 5 кабалитов. Ну, это Шреддер, а не Сплинтерка, но не важно. Хорошо. Никто не понял, 40 все. Да. Окей, Хаку, Ломаянка за 10 очков. Прекрасно. Так, если мы говорим о Хелканаре, надо показывать покрасик. 6 назад. Как вот красил моя жена вот эту. Угу. Сиськи! Так. Бункер с ком зрелые. В нем сидят какие-то опасные. В нем сидят два рипера и экзарх их. Угу. Так. Такие же, в такой же закачке 5 кабалитов. Угу. Раваджер, сделанный из рейдера с тремя дезинтеграторами. Угу. Резервы. Скаджи с хайвайр. Бластерами 5 штук. 4 хайвайра, соответственно, в пачке. Веном с двумя сплинтерками. Так. 3 байка отряд. И 7 байков плюс фарсир. 7 байков плюс фарсир. Да. Заклинание фарсира. Приморис 19, Шраудинг, Инвиз. Всем бы так кидать. И еще Виндикар. Так, у нас какие улучшенные вот это? Вот это улучшенное и вот это. Вот это улучшенное. Там третий, здесь второй с плащами, здесь за Теллиона второй. Здесь за Теллиона и здесь второй за... А здесь еще и второй за Виндикар. Короче, все спрятались. Альфа. Перехват нет. Пройти Ледак. Убить Викайкл или Монстр Крича и убить в диплое. Калидуска, мув рукавер. Оп, залезла. Да. Он огнемет, но не надо. Так он нет, если они придут, ну хорошо, я стану вот на угол, и так я тут я точно всех вижу. Ну, согласны? С 4 с пистолета. Один труп. Тилен раздает рендинг на одну из пушек за счет своего варвар трейта. ТФК сюда, 6-й силой на пацанов, давай. Так, ну что-то это как-то... На 4 очень... дюйма. Они не видят их. Ну вот это-то видит. Я же на корабль кладу. А, ты на корабль, да. На 4 дюйма. Ну вот сюда где-то. Второй ковер в лодке. За что? Ночь, Night Shoulder, ну и... Согласен, но это бараш из центра шаблона, ковер. Все равно, если как бы ничего ему не дает, кроме этого. Окей, хорошо. Значит, один, сюда. Один стылок. Смещаем. Да, вот так вот делаем. Вот так вот, да? Два пацана и лодка. Хорошо. Бараш висят. Главное оружие. Да. Лодка и пацанчик. Ага. Значит, 3 пацана, 3 лодки. И еще 2 пацана лодка. Да. Итого у нас 5 пацанов, 4 лодки. Чуваки пробиваются на 2 плюс. Ну, рейтингов. АП-2, ну как бы и 5. 5 шестых. 5 шестых. Нет. Ничего, все умерли, да? 5? Ну да. 5. Че лодка? Лодка. По боковой. А, какая... Ладно. Один рейдинг 6 силы, это 10, а это у нас... Но она... Не, она не докидывается. Третий ковер откинут.
забыл, что да. Мог не пробить. Гратор 6 плюс Natural Leap плюс ночь. Болит отъехали. Болит отъехали. Вторая ТФК. С игнором ковра уже. С игнором ковра сюда. Жги. Шпашки. Директ. Директ. Два. Три. Четыре. Значит, тогда четыре. Четыре с пяти пробития. Один пень. Пень. Все. Да, второго. Бум. Окей. Виндикара с турбопенетратора стреляет в бункер. С игнором ковра. С игнором ковра. Попадает. И убил. Четырех. Четырех. Нет. Две сделал, убил в диплое. И убил этот самый вейкл. Темные эльдары. Три маркера поскорить. Третий объектив. Второй объектив. Движения нет. Риперы стреляют в Wonderfire Cannon. Так, что там? Сколько выстрелов? Два выстрела с обычных чуваков и два выстрела с Игзар. Давай. Игзар 2 плюс. Восьмая сила по седьмой тафне с трех. Три раз пробил. Третий ковра. Бам-бам. Убрал пушку. Шесть выстрелов с туполитом. В бедную девочку попал один раз с снапшотами. И на 4 плюс. Да. Пробил. Четвертый нуль, наверное. Четвертый нуль. Да. Скидываем, заскорить второй маркер. Добавились челлендж и маркер шестой, который у нас вот здесь как раз сейчас. Парень освободился. Резервы. Два. Три. Спидер из дипстрайка. Так, давай. Ну, нас спасет только хит. Честный хит. Кальдуска на трех кубах. Ну, шестерки, честно. Ползла. Сюда станет. Ганнер идет к точке скорить. На 6. Все вообще прыгают, как эти самые. Телен собрался немножко походить. Стрясти жирок. Так, чтобы дотянуться. Дотягивается. Ага. Огнемет с Калидуски. Нейрал Шреддер. На 4 кубах. 4 куба на 4 плюс. Раз, один два. Три. Три умерло. Три трупа. Даже так. Опа. Виндикар опять турбопенетратором. Снова. В бункер. Попал. На 2 плюс. И не пробил ничего. Спидер с мультимельцей. Отдельники, пожалуйста. Нет, сначала мультимельцы. Да, да, все отдельно. Спидер с мультимельцей попал в бункер. На двух кубах. Ну, пробил. Пробил. Кидай результат. Пень, пня. 2d6 ударов. Это 7. С шестой силы по 3 тафни с 2. Так, единица одна, две, пять всего. Две раны, давай рандомить. Две раны, и это обычные чуваки оба. Две тайфунки, туда же. Обе там. С шести глянец. Ничего. Несла с одних скаутов, из других. Две там. Две там, с шести глянец. Один глянец. Ну давай оттуда ковер нужно кинуть. Там, да, кинь четвертый ковер, кинь. Он или кофе? Нет. Бункер. 2 хп. Thunderfire Cannon с игнором ковра. И рендингом. Вот сюда. Рендинг опять за Талиона. Смещение на... Директ. На 3. А, ты на бункер ставишь, да? Директ. Директ. Кидаем. 2, 2 вунды. Мимо. Ушла. Три вунды. Еще три. Три раза. На два. Плюс. С двух. Все там. Все там. Рендинг, кстати, АП-2. Хорошо раскрашенная девочка уходит от рендинга. Это варлорд. Варлорда убили. Чардж, Калидуски. Три дюйма. Три дюйма. Не дошла. Кстати, кинь мне, пожалуйста. А там блинчик. Сначала кинь ледак. А, за них? Хотя вообще-то
Она будет в дюйме, значит, технически дошла. Нет, нет. БТБ. Нет, не даже не что. Так, давай. Восьмой, по-моему. Ледак, восьмой. Они убежали. Насколько? Насколько? На 7. Давай. Нет! Я опять не занесу вообще. Какой лошара. Ступает лайк босс со шредером парень. Сделано! Провалить. И да, скоро шестой. Калитус минус 3, первый бросок на резервы с Карджей. Нет. Нет. Окей, Карджи не вышли. Что у тебя еще? Давай, 3 скаттербайка. Скаттербайки 3. Вышли. Да. Скаттербайки, 7 скаттербайков плюс форсир. Форсир с скаттербайками, да. А что еще? Ну зачем? Потому что ты можешь... Веном? Веном. Веном. Реролл. Да. Добавилась миссия убить монстру или технику. Веном выехал за края, встал у четвертой точки. 3 байка вышли к пятой точке, встали. 6 байков вышли к третьей точке. 7. 6 и форсир, правильно? Нет, 7 и форсир. А, 7 и форсир. 8 байков. Восстановление. Девочки, он мне 20% это вот. Да, он бежит дальше. А, ну, понятно. Давай. Ушел. Ушел. Магия. Количество кубов 5. У тебя сколько? 3 уровня. 3 уровня. 8. Инвиз на 4 кубах на себя, очевидно, да? Давай. Раз, два. Есть. Дина из 5. Ничего. Примарь из 12 на себя. Блин, форсиров вперед поставил. Баран. Опа. Могу перекидывать любое количество кубов. Да. Четверочку оставлю. Три. Отлично. Веном в Калидуску. На 3 плюс. Ну, что? Пойдет. С 4. Где рано? Давай, давай. 2 четвертых нуля. Один не прокинут. Осталось 2. Экзарх. Калидуску. Двух пятой силы, ты третий АП. Попал. 4 раза. С трех. 3 раны. 3/4 нуля. Раз, два. Провалено, сдохло. Убрали девочку. Байки в спидер попали 3. Пня сделали, откинуты все джинком 4. Скаттербайки в машинку достреливают. 28 выстрелов. С трех. Реролл. 4. 10, 13 пней. 13 четвертых джинков от пней. Брекаем. Сколько за байки? На 7, на 8. Ладно. Блин, высокая подставка. Подпилить надо, не нравится. Вторая прыг. На 7. Это у нас считается? Дифф считается? Ну, этот самый, да. Обычный абсолютно кратер. А он же в клин встал. Часть стола, да. Воронище, часть стола же, да? Часть стола и не вигнула. Да. Поскорено третья точка, уничтожен вейкл. А от точек сам отпрыгнул своим. Гей-прыжком. Третий, он тоже не скорит. А, и третий не скорит, извините. Как? К нам прибавились ассолт и вторая точка. Спидер резервы. Нет, двоечка. Ганнер пошел скорить релик забирать. Это все в тебя попало. Он, конечно, не быстрый. Парень с своим любимым турбопенетратором Веном. Попал. Попал. Такие пробил совсем насквозь. Норм ковра. Кидай. Что у него будет с ним? АП-1 это плюс 2. 4. И open top 5. Сорвали пушку. Какую пушку? Не, это ему билась. Шестерка не билась. Шестерка не билась? Ну что тогда? 1, 2, 3 низ. 4, 5, 6 вверх. Сорвали нижнюю пушку. Пробило. ДФК сюда.
Он с рендингом. Ганнер не видит. Хорошо, Ганнер не видит, значит мы будем стрелять по маленькому баллисту. Давай по 6. Без баллисты. Ну да. Без ската. Нет, так нельзя. Так? Ты должен стать на подставку модели. Любой. Вот так. Любой. Ну да. Он цепляет вот это. Нам нужен директ. И нет. Воу. Улетела. Улетела, и причем навсегда. Ракетница сюда. Джим заявлен. Попала. Типа пацан прыгает, защищает. Пробила. Четвертый джинк. Есть. Откинут. Снайпера стреляют в байки. За что, держи? Да хоть как-то. Синяя ракета. Не попала, целен. Попал, остальные все попали. Нет, подожди, а что-то тебе не часто. А, ну джинк-то. Окей. Джинк. Четырех. Четырех. Мимо, мимо, мимо. Всего три сейва. Джинк. Три третьих. Ну, оба, да, ушли. Одна за два оружия. Да. Бег. Три дюйма. На три дюйма. На три. Рядак за парня последний. Нам прибавился второй маркер. Резервы Скарджи вышли. Реролл. Спортогрович. Сноубидерка. Прыжки. Ну, на пять. На пять. К краю. Ну. По идее, может быть, дюйме. От края стороны. Не, ничего не придумывай. Но вокруг-то расставляется, правильно? У тебя сколько их? Вопрос. Кстати, БТБ не получится поставить, потому что они, сука, блин. Босс 5 шансов вот этот у него. Получится. Попасть на прикрыт. На 2 плюс. Карты. На плюс 1 карты. Поставил. Так. Эти пацаны. Ну как-то так. Немножечко прокатимся сюда. Парни, наказывать. Блин, не ноги бы не переломать. Он тесно на улице. Как раз. Байки решили поскорить третью точку. Два варп-черджа. Инвиз пятикубов. И он не прошел. Ну, рерольчик. Окей. Это было опасно, ну ладно. Скарджи Виндикара. С трех. С карабин из Хайвайра. Пробиваем, все на 4 плюс, одна рана. Угага. Одна рана? Второй ковер. Нет. Это не второй ковер. С верхней пушки. Шести, два раз попал. Четырех. Это две раны. Два. Во вторых. Это они. Четыре выстрела с экзарха туда. Пятый. С двух. С трех. Трех, да. Трех. Еще. Вторых ковра. Один завален. Еще один завален. Осталось последний ран. Да. Байк в него же. Прям вот ровно. Давай. Четыре выстрела с трех. С двух. Еще четыре. Короче, забьют его сейчас. Четыре вторых. Жив. Нет, не забили. Чертяга. Байки ты в кашечку. С трех. С пяти. Раз, два, три, четыре. Четыре. Пять. Чего смарт бы не дал? Что ты делаешь? Пять. Пять третьих. Раз, два. Не, завалено. Не, я не против. Не, да, может, ковер развалился. Ну, эта ТФКшка развалилась. Да. Остался один пацан в одной вунде. Потом, они уже переходят, да? Ну, вообще, он должен был второй кидать, ну ладно. Контролил третью, поконтролил три точки. Да, три кинь. Пищи пробили? Да. Сколько стрельбы? Максимум. Ванспидер, дипстрайк из резерва, хит второй у нас. Так, ходьба. Да. Вот. Техмарин из руинки. И этот тоже будет выходить. Да, еще, но не по очереди. Техмарин на 3. 24, 7. Грубо говоря, вот так. Вот, 7. Кого он стреляет?
Стреляет, ну, по рейтингу. Давай. 4. Кулексус? Да. Мужик. 6. Что-то у него. А. Ну, не важно. Не важно, да. Ладно, будем проигрывать. А, подождите, нет, я пока останусь вот тут, вот, в руиночке, у Лексуса. Мультимельта в борт попала. Из антенны будешь стрелять? А, из антенны. 2D6, дай-ка. А, 2D6, хорошо. Пробил. Давай. Сила какая? Ковер. Джинк. Нет. Результат. Результат. А без разницы, она развалилась. Там шестой, короче. Сила какая шестая? Один пробил. Снайпера с ракеты. Верхний стрелял. Ракеты красные. Любой силы, да? Да. Один дюйм. Ой, два. Два. Где-то так. Одного зацепило. Одного, окей. Так, это мим. Это мимо, остальное попало. С трех вообще. С трех. Все с трех. Да. Тогда все, вот так. Три. Шестой нуль нет. Два четвертых всего. Два четвертых. Все там. Умер один. Эти скауты. Туда же ракета. Улетела. Улетела. Стрельба плюс стелин. Стелин красный, остальные обычно. Это рерол. А, четвертый ход уже нет, рерола. Все, там. На три плюс попадаем. С трех. Два четвертых. Нет. Еще два. Виндикар трубопенетратором. Байк попал, пробил, бам. Значит так. Бег. Три. Тихмарином на три. Нет, это вот четыре. У него броня какая? Бег техмарином. Пять. Так, почитайте. Бег кулексусом. Пять. Полностью принят мой ход. Нет. И еще одну миссию. Редакс Карджам. Восьмой, по-моему, да? Это как? Теперь не выйдешь. Нормально. На четвертый ход добавились поскорить первые марки два раза. Скарджи погнали. Лейтенант? Видимо, к первой точке. Второй. А, вторую? Да. Байки. Один. На правый фланг. Четырех. К центру, вернее, даже. Четырех. Я 5 и 4 выпало. Фаза магии. Один варп-чардж. Используем руну, чтобы уменьшить стоимость инвиза. И кастим с двух кубов. Давай. Мал успех. Можно было не уменьшать. И примарис 12. Тоже. Не, ну тут уже как бы просто двух кубов. Я понял, двух кубов. Вообще, лайк босс. Вот так вот с четырех кубов касты. Бег с Карджин до 6. На 3. Будем надеяться. Давайте мерить. Сейчас. Да, есть. Ну да. Ага. Точка поспорена, можно сказать. Экзарх через руинку в пацана. 4 выстрела 5 силы, давай. С двух. С двух попасть. С трех пробить. Того 4 дырки. 3. Три дырки. Три вторых. Что там? Все там. Байки, залп, ганнеры. Давай, который. Бам, с реролом. Рерол за 12. Ну, не очень. Не очень рерол. Еще... Не очень 12. Шестая по четвертой из двух. Минус раз, два, три, четыре. 17 сейвов. Раз. Раз. Два. Три. Три. Пятый. Ушел парень бедный. Прыжок пацанами. Воу. За место сброшенного нам пришел маркер 3. Отнимите, пацаны говорят. Техмарин. Второй. Вторая попытка. Забрать релик, часть вторая. И Кулексус тоже хочет. Он спидер хоп к пятой точке. Дает ковер? Нет. Мультимейта спидера. Бум, попало. 2D6. 11 же есть. Пробил.
Кидай результат. D6. Шестой силы двух, 4 армора. Ну, 5 кинь. За пенетрейт еще один. Третий ранка. А у него 2. Да. 2 ракеты. 2 ракеты. И глянец. А, глянец. Бум. Восьмая сила, 14. Экзарх выходит из дверочки. Ну-ка кинь. 9. Нормально. Скауты, скарджей. Ракеты. Я понял, да. Опал с 3. Зеленый на 4 плюс, красный. Две раны. 3 раны. И одна ракетой. Шестой инвульт. Это не он. 2 четвертых. Это не они. Кончились скарджи. Ну, турбопенетратором остается сюда в невидимые байки. А что остается? А парни все вышли? Да, он там спрятался. А, ты их не видишь? Нет, не вижу. Шести, нет. Снайпера. Байки. Ничего. Бьем, бегаем вот этим пацаном. Техмарин на 5. Бег. Плохо. Так. Лексус. Лексус, не знаю. Но здесь 6 не, до, ну, не, до, не достанешь на мой на следующий ход, если ты хочешь поднять его. Ну не так-то четверки будет попадать туда, правильно? Да. Так, кинь ладно, сначала. Побегаем. На сколько? Бег по Лексус на 2. А, ну хер с ним. Рисковать так рисковать. Он не рисует, тут не пьет шампанского. Я бы сказал, что ты как-то вот так. Поскоренная пятая точка. Будешь кидать что-нибудь? Да, челлендж будет. Челлендж скин. На пятый ход пришла провалить мораль. Да, я туплю, но мы выйдем вот так. Экзарх наступает. Ну, да, окей. Ладно, я придется сюда потом лететь. Фаза магии 4. Инвиз на 4 с руной. Один успех нужен. Он есть. Динай. 2 шестерки нужны. 4. Нет. Прямо из 12 на 3 купа. Рерольчик. Есть. Экзарх. Двух. Попал. Восьмая? Да. Двух. Два пня. 2 четвертых джинка. Он провален. Ну, он умер. А, ну, ну не, это не важно, как он умер, да. Бам. Battle Focus за Экзарха. Ушел домой опять. Вот шут тоже в ковре. Байкеры в Кулексус. Шести. С реролом. Нормально уже, я смотрю. Рерол с 12. Купить шляпу этого, как треуголку. Еще 4. Как минимум. Двух. Минус 1. Четвертые. И ну вали. Все. Скиннеры мораль провалить. Продолжение. Нет. Space Marine 5 миссий плюс Lady Warlord и Third Blood 7. И 6 в сумме у Эльдар. Потернуло 0. Никто не держит релик по Мейлшторму 4-2 за счет 2 очков. И разница никакая. 90 очей тоже 0. Значит, 11, так, подожди, мы боремся с нашим этим, вот тут, 11-9, молодец. 11-9.